с вами остановились на гипотетическом продвижении, давайте сейчас вместо оставляя, сейчас мы его напишем. Потом продвижение свободных электронов, да, посмотрим. Ну, Федор, еще посмотрим на продвижение силы связи. А, да, еще хотел же тебе показать там свои файлы. Ну, это там какой-нибудь был. Так, значит, у нас тут что-то какой-то. Третий, второй. Третий. Идентификация можно от движения. Да. Вся идея, значит, там приближение заключается в том, что есть достаточно резкие посылки физические для того, чтобы разделить электронную и ионную подсистему, да, для движения электронов от движения, отделить от движения ионов. Ньютон словесно это все формулируется обычно, что ионы могут тяжелее электронов, поэтому электроны двигаются быстрее и всегда успевают подстроиться, да, под движение ионов. Но вот мы можем тем более-менее это показать на теоретическом уровне. Я просто когда-то тоже не дал с этим вопросом, есть ли ионы в приближении, кроме слов, какая-то математическая обоснование, да, но вот я не знаю, что в принципе такая существует. Да. Значит, идея тут вся такая, что наши, там сказать, что надо помнить, что здесь у нас еще скрыт h квадрат, да, здесь на 2 μ, другую масса, другую протона, да, и там, иона, да, здесь у нас скрыт h квадрат на 2 μ, две массы электрона. Ну и вся игра идет на разнице этих масс на миллион, на самом деле. Значит, где такая, давайте мы просто запишем. Вот из этого уравнения Шреддингера, да, выберем только ту часть, которая будет описывать нам движение электрона. Да? Тогда мы получим следующее, что у вас значит, там, сумма по всем электронам получится кинетическая часть, какая-то функция волновая электронов. Функция волновая электронов, которая
электронов, так и это расположение ионов. Да? У нас остается неровная эта часть. Что же у нас не любое или мало, да, так сказать, в каком-то смысле. То
тогда получается, что у нас его на электронную систему расцеплены, да, у нас будет чисто одно уравнение для электронов и аналогичное уравнение для фонарей. Значит, давайте посмотрим. Минимум равно уже. То есть если воспользоваться там соответствующими правилами дифференцирования этих сельских операторов, то у нас останется здесь вот что. Тогда у нас соответствующие эти функции электронные, да, они перестанут зависеть от большого. И соответственно они перестанут зависеть от большого, поскольку у нас тут ингредиент. Он идет по координатам ионов, да, а эта штука от него больше не зависит, то тогда фактически же получается равный. Да. Так, и второй случай, допустим, наоборот, сильное взаимодействие. Да. Вывести за знак интеграла, у нас получается
получается, значит, у нас, что вот эта величина, она будет порядка 10 минус. Порядка 10 минус. Какие-то энергии, какая-то энергия будет конечная, да, электронная под систему. И все будет определяться только разностью масс, грубо говоря, фотона и электрона. То есть это энергия порядка там, десятка электрон вольт, да, ну, там, порядка 10, а это что там? Порядка 10 минус 4. Вот, собственно, как ни крути, получается, что такое предположение, ну, получается, справедливое, да. А возникает вопрос, да, то есть можно ли как-то, находясь в рамках этого юридического движения, рассчитывать изменение электронной структуры, да, как, за счет изменения положение иона, да, грубо говоря, иона какую-то цепочку, чтобы не совсем дерзкого цвета фломастер, да, какую-нибудь цепочку рассмотрим, да, вот у вас было исходное положение атома, да, понятно, что, значит, ну, сейчас буквально в следующем, через параграф, мы убедимся, что электронная, значит, дисперсия ему соответствующая, да, если мы рассмотрим подлинный ток на ближайшие соседи, да, то у вас будет 2p косинус там света расстояния массы, да, да, 2p косинус, да, да, да. Ну, дальше вопрос, как бы, если мы можем подвинуть с вами этот вот, да, сюда. Понятно, что дисперсия изменится, да. Вроде бы система остается та же, просто задаем это смещение, да, с другого, да. Задаем это смещение у, понятно, что дисперсия поменяется, да. Дисперсия поменяется. Как? То есть, но мы не рассматриваем как таковое, да, как бы колебание этого иона вокруг положения равновесия. Да, мы просто его сместили, положение равновесия сделали, другой расчет для такой вот измененной кристаллической структуры. Да. Это называется метод замороженных фаномов. Так вот, она будет повторяться, так он придется уже и убавить. И
что там для высокосимметричных точек фанонные зоны Брюлена, это еще можно постараться сделать. Вот, а там чуть более, чуть менее симметричных в направлении точек, там все становится достаточно сложным расчет, поэтому там используется теория медийного логика. Незамороженных фанон. Там действительно можно рассчитать дисперсию фанонную, да, можно рассчитать потом соответствующую плотность состояния, да, очень много чего положено. Из этого потом извлекать, можно извлечь. Да. Значит, следующий у нас там параграф против движения почти свободных электронов. Да. Мы с вами закончили там, по-моему, дуализм, да, на Евкате. Да, мы закончили дуализм на Евкате. Да. Ну, и что у нас там получается? У нас тоже есть и для любое каждое уже, да, это у вас энергия взаимодействующих электронов, ну и тут уже парабола, да, и дисперсия, да, Еката это то, что мы ищем, а ВЖЖ это матричный фурьер образ соответствующего, так сказать, потенциала, да, фурьер образ потенциала. Значит, если мы да, мы договорились, что у нас потенциал достаточно слабый, да, поэтому значит, электроны у нас называются почти свободными. Давайте рассмотрим наиболее характерные точки, да, наиболее важные, да, точки. Точки К или точки Ж для этого уравнения, в которых поведение качества изменяется. Да? Если мы вспомним с вами там предыдущий параграф, да, когда мы говорили с вами просто про свободный электрон в некой, так сказать, пустой периодической структуре, да, там мы договорились, что ну, используя, так сказать, свойства теоремы Блоха, что можно все ветки, да, этой параболы, выходящие за зону Брюлена, можно их стащить в первую зону Брюлена. Да. То есть у нас получилась какая-то вот такая картина. Какие у нас самые интересные вот эти точки G мало, да, на данной картинке? Границы зоны Брюлена, да? Границы зоны Брюлена и точка гамма, да? Ну, обычно точка 0 или 0,0, там в одномерном случае точка 0, в двумерном 0,0, в двухмерном 3,0, да, она называется точка гамма. Да. Это стандартное название. Другие симметричные направления, они там есть своя номенклатура, не знаю, с каких она соображений появилась. Да. И вот у нас эти вот точки,
Опять же, вопрос, почему он неинтересен? Thank you.
квадратное уравнение, отличное собственное значение, собственно, вектора, собственное значение. Получается просто плюс-минус и решение квадратного уравнения. Очень решение достаточно. Дальше возьмем действительно. Главное значение вектора трансляции. Пина. Тогда получается, что точки пина. То же самое мы возьмем, что логично. Логично, пока равно будет, да, для главной точки. У нас что с вами получается? Да? То есть вот у нас была картина. Исходная дисперсия какая-то. Таким образом, у нас из сплошного спектра, да, опять возник с вами спектр, в котором есть разрешенная полоса, да. У нас есть разрешенная, да?
Обозначить с вами металл, как обозначить диэлектрик. Да, металл и диэлектрик. Ну, у диэлектрика где-то должна быть щель. Тогда, ну, то есть нам нужно выбрать области, которые характерны для диэлектрика.
каком смысле? То есть там у нас было движение почти свободных электронов, да, то есть мы считали, что электроны слабо взаимодействуют друг с другом и слабо взаимодействуют с ионами. Да? Говорили, что это возникает тогда, когда зарядовая плотность достаточно медленно меняется в кристалле. Другими словами, достаточно однородно. Ну, там мы говорили, что она меняется на порядка там, 5 до 10 межатомных параметров решетки. Считается, что у нас достаточно однородных кристаллов, в смысле электронных, так сказать, электронной плотности. Можно пользоваться этим. Другой подход у нас приближение сильной связи. И здесь мы будем говорить о том, что электроны сильно связаны с соответствующими узлами. Да, сильно связаны с соответствующими узлами. И в этом смысле мы не можем теперь представлять электроны в виде плоской волны. Мы не можем представлять в виде плоской волны, а мы должны пользоваться уже какими-то атомоподобными базисными функциями. Да? Ну, откуда, значит, соображения, почему делают такие соображения? Это достаточно просто понять. То есть, если у нас есть с вами атом водорода, да, есть еще один атом водорода, так, плотно, да, у этого атома водорода есть какие-то единое состояние, да, единое состояние, логерами, которые вы рисовали, да, состояние, соответствующее, плотность. Если у вас они разнесены на, так сказать, конечно, большое расстояние, это понятно, это будет два, так сказать, независимых атома водорода, тоже вообще никак особо не будет. Несмотря на то, что эти хвосты, они вообще достаточно бесконечно длинные, но экспоненциально маленькие. Да? Дальше, если мы начнем просто сближать, у нас в какой-то момент соответствующие волновые функции, да, соответствующие волновые функции начнут перекрываться. Возникнет область перекрытия этих волновых функций, да. И мы знаем, что возникает стабильное состояние, да, молекул водорода. Теоретически это можно выразить следующим образом. Ну, если я просто привел для простоты, молекулу водорода мы можем представить себе кристалл, там, ну, например, натрия. Да? То есть у вас будет те же самые там, что там, 3S состояния, да? И натрия. То ли 3S, то ли 2S. Кстати, процедировать. Да. И дальше вы из этих S атомов будете собирать кристалл. Так как только вы достаточно близко сведете и атомы, понятно, что кристалл образуется, да, то есть может быть газ натрия, ионов натрия, да, все это вы можете вот там осаждать куда-то, да, получить, так сказать, кристалл, расти у вас. То есть если мы запишем материал кристалла, да, он будет состоять из суммы по всем атомам, да,
выбор, который дают вы. То есть это та энергия, тот выигрыш, да, который возникает и который обеспечивает изменение в этого стабильного состояния. Да? Там, сам по себе каждый атом он стабилен, да? Ну и кристалл стабилен. Ну, то есть, чтобы кристалл стабилизировался, должна быть вот этот выигрыш, выигрыш в энергии. Тут, кстати, можно показать, что этот выигрыш в энергии возникает и формирование кристалла. Ну, это самым простым способом показано в Киттере. Ну, здесь не было. Физика твердого тела. Я показываю, что именно это возникает, не просто возникает, а поправка, но и еще правильный знак возникает, да? Потому что кристалл действительно чуть более стабильный. И тогда мы должны с вами уже ввести наш, так сказать, описание нашей системы, пользуясь не базисом плоских волн, а базисом таких вот атомоподобных орбиталей или водородоподобных, да, орбиталей. Понятно, что мы опять будем пользоваться уровнем Шрёдингера, нашим стационарным. Вопрос только в том, как мы теперь вылезем эту букву ПСИ. Буква ПСИ у нас... Да, давайте... Давайте назовем фибры шва. Значит, представляем наше этого фибры шва в виде некого разложения, да, по некоторому базису. Из этих блоковских волн составляем такую линейную комбинацию.
складывая по вот этим вот удовлетворяющим. Дерево плохо. Глухо с ума. Ну, теперь, как обычно, поставляем, значит, наши яму на сход, поставляем сюда, полная функция у нас вот, да, то есть мы должны что сделать, должны это поставить сюда, это поставить сюда, поставляем. У нас получается наша турная. Сколько времени? 4 часа. То есть у нас еще минут 15 есть? Да. Все, поставляем. Получается, что сумма ВМН, ВМТ, ВСИ, звездочка, что мы с вами здесь сделали. Мы с вами справа-слева умножили на это выражение, да? Мы не слева умножили на это выражение. Если нам осталось еще проинтегрировать по всему пространству, и тогда мы получим с вами полную энергию системы. Да? Давайте, значит, распишем, чуть поставим вот это выражение вместо пси, да, и немножко перегруппируем член. Я вот пишу фразу, да, то есть таким интересным вариантом. Вот ЕК, да, ЕК, да. Thank you.
Значит, вот у нас получилось с вами вот такие два. Существенное отличие.
общем, возникает фактически из этого возникает дополнительный множитель, который связан с тем, что вы смещаете свою новую функцию на вектор, который соединяет там центр, да, элементарной ячейки с соответствующими атомами. Отсюда выбирают соответствующие у вас получается фазы. Надо будет их все правильно учитывать. Да, и третье, это у нас Вопросы есть какие-то?